Сегодня поговорим с вами про книги с иллюстрациями Роберта Инкмана. Это серия, в которую входят книги, проиллюстрированные талантливым австрийским художником Робертом Инкманом. Его иллюстрации целостны, эмоциональны, фантастичны и реалистичны одновременно. Из его рисунков как будто льется свет, иногда приглушенный, а иногда яркий и озорной. На счету иллюстратора около 100 книг, в том числе написанные им самим. Свои первые книжные иллюстрации Инкман нарисовал в возрасте 38 лет, и за прошедшие с тех пор 40 лет из-под его кисти вышли произведения многих классиков детской литературы. В 1986 году Инкман был награжден самой престижной наградой в области детской литературы – медалью имени Андерсена. Эти красочные, не отпускающие, одним словом, волшебные книги можно заказать на нашем сайте мнекнигу.де. Мы будем вас ждать!